В Башкортостане доходы, генерирующие производство в сфере АПК, могут получить гранты в размере до 3 миллионов рублей. Господдержка предусмотрена для проектов, основанных на гражданских инициативах, при условии софинансирования со стороны сельхозкооператива в размере не менее 9% от общей стоимости. Соответствующее положение содержится в концепции развития сельхозкооперации в республике с 2018 по 2020 годы. Документ утвержден указом главы региона. Цель концепции – сформировать систему сельхозкооперации как основного механизма роста доходности малых форм хозяйствования на селе. Софинансирование направят на создание объектов перерабатывающей, сбытовой и логистической инфраструктур. Сейчас, говорят эксперты, основной сегмент работает на сырьевом уровне, и если республика будет развивать переработку, в том числе на уровне домашних хозяйств, прибыль аграриев возрастет.